Всем доброе утро, новый день наступил, но наступил он не настолько дружелюбный, насколько ожидала. Во-первых, у нас идет дождь, и все, что я запланировала, отменяется. Нужно ждать, когда он закончится, а закончится либо он днем, либо будет идти до вечера, что угнетает, конечно же. И я сейчас просто сижу и думаю, чем же мне заняться, потому что все, что я планировала, это прогулка по городу, знакомство с ним, парки, скверы. А, я не знаю никаких магазинов, никаких таких мест интересных, которых я бы хотела посетить, да и зонтика у меня нет. То есть, в принципе, я должна либо идти мокнуть, либо просто сидеть ждать, бездействовать. Я не знаю. Вот так вот. Ночка сегодня выдалась не самая лучшая. Во-первых, я не выспалась, я не могла спать, потому что кто-то хрипел. А потом кому-то стало холодно, я закрыла окно. И понимаете, когда в номере 10 взрослых, еще трое ребенка, ну это как-то такое себе. Там стало настолько душно, что мне пришлось ночью, 2 часа ночи, вставать, со второго яруса слазить, шуметь, чтобы подойти к окну и его открыть. Стало, конечно же, потом лучше, но это не самое лучшее было. Еще потом в 6 часов утра эти люди с детьми, они встали, дети начали шуметь, кричать, бегать. Они уехали, и потом я только смогла нормально поспать. Проспала я до 9 утра, и потом оказалось, что никого вообще в номере нет. Ну, конечно, неудивительно, потому что такая тишина была. Вот. Так вот начался мой денечек второй в Ростове. Это капец. Такая погода. Сами понимаете, что в такую погоду, блин, ну не погуляешь. И единственный вариант, который я нашла, это просто, в общем, пойти в какой-нибудь магазин. Сначала я пойду в спортмастер, мне надо купальник купить. Вот, а потом дойду, наверное, до какого-нибудь торгового центра. Я уже по карте посмотрела, есть какая-то галерея Астор. Вот, пошлите. Это я уже на Садовую вышла. Мне чуть-чуть дальше, а потом налево. У нас вот такие купальники померила. Такое мерила в Краснодаре, но не было размера. И вот такие вот посмотрим. Надеюсь, что-то выберу. В общем, все, я выбрала себе купальник, купила. Теперь иду по улице Пушкиной. Пушкина, да. И дождь все еще идет. Что сказать, да, смокну я сегодня за этот день. Улица у нас пустая, потому что, ну, логично, да, в такую погоду. Как бы кто будет гулять. Вот, видите, суббота, выходной, а вот так вот погода жестоко сыграла. Вот так вот. В такую погоду что? Получается, надо где-то сидеть в каких-нибудь магазинах, в каких-нибудь, не знаю, ресторанах или там в театр ходить. Знаете, вчера я думала, хорошо, что я не взяла зонтик, лишняя тяжесть. А сегодня я думаю, да, почему я не взяла зонтик? Вот так вот. Погода внезапно обманчива.
сегодня? Ну ничего. Вот я сейчас иду по улице, у меня нет ощущения, что это южный город. Да, зелено, но погода ставит свои приоритеты. Может быть, мне повезет, я увижу какую-нибудь столовую, где смогу покушать, пообедать. Потому что, знаете, мне не очень хотелось бы обедать в каком-нибудь Бургер Кинге. Это, конечно, вкусно все, но это не совсем полноценная еда. Да, много калорий, но тем не менее, хочется что-то такое домашнее. Ладно, увидим. Увидим, чем я сегодня буду питаться. Я сама пока не знаю. А вот этот и магазин впереди. Я уже добралась. Пойдем посмотрим, собственно, что там есть. Не могу разобраться, как в этом магазине и куда здесь ходить. Прозрачный ли? Все, первый этаж. В общем, зашла я в магазин «Перекресток» и решила здесь взять кушать. Взяла гречку. Можно разогреть, поэтому специальное предложение с 9 по 15 июля. Коньяк «Старейшина» 500 мл за 549. Ну и вот гречка. Ну и морс. В общем, нашла я место. Я здесь поставила разогревать мою еду. Мне дали ложечку. Буду здесь сейчас кушать. Но мне повезло. Потому что бегать в такую погоду, искать, собственно, всякие столовые, ну это такое. Интересная история. В общем, шла я по одной из улиц и решила заглянуть, просто заглянуть в дворик. И мой взгляд падает на тигра. Вот реально, вот величина тигра. Я такая, что? Потом я присмотрелась, это игрушка большая. Меня это, конечно, позабавило. Вот так вот.
Следующим местом, в которое я пришла, являются парамоновские склады или склады. Честно говоря, непонятно, что это. Я, конечно, ознакомилась уже с историей этого места, но я не знаю, у меня какое-то сомнение насчет него. Поэтому сейчас, пока я сижу немножко здесь на лавочке, недалеко в скверике, отдыхаю и дальше пойду смотреть, что там такое. Говорят, что это вот настоящая достопримечательность, которую стоит посетить в Ростове. Не знаю, но узнаю. Вот недалеко такая вот смотровая площадка. Открывается вид на Дон, на набережную, также на стадион Ростов-Арена, который был построен к 2018 году, и на Ворошиловский мост. Вот внизу похожие здания на эти склады, и, знаете, я не уверена. Интересно, конечно. Интересно, но непонятно. Похоже просто на какое-то, на какие-то два заброшенных здания. А как туда попасть вообще? Либо улицей ниже? Ну, не знаю, карты меня вели именно вот этой улицей. Кстати говоря, мы были вчера с Вероникой по ту сторону моста, и получается, на этой части набережной мы не были. И мы вчера вечером вот как раз под этим мостом слушали песни музыкантов. Было круто, конечно, атмосферно. Погода все-таки порадовала. Небо стало голубым, настроение сразу лучше стало. А то я так бродила целый день под дождем, смокла. А теперь есть возможность находиться на улице в хорошую погоду. Я очень рада. Я думаю, вы сами заметили, насколько сегодняшняя погода отличается. То, что было утром, и то, что сейчас. Проплыла? Нет, умеет.
Болельщики команды Ростова «Сектор Б» проходят через 10-й вход. Возможно, когда-нибудь я пожалею, что не пошла на этот матч, потому что я никогда не была на нем. Но там такие огромные очереди в кассы, и тем более он уже начался, но я не знаю. Как-то вот так. Иду домой, я в принципе уже устала, потому что целый день ходила, бродила. Но я уже слышу, как ликует толпа. Даже страшно, потому что столько народу там. И все такие заведенные. И интересно, что все в шарфиках всяких, таких шапочках за свой клуб ростовский. Прямо даже дети. Удивительно. Ну, конечно, у нас типа тоже в Краснодаре такое есть, но тут я прям первый раз такое увидела, что вот так массово. Может быть, когда-нибудь я решусь хотя бы сходить на наш краснодарский стадион. Ну, знаете, так, заранее, чтобы купить билет и чтобы вот в таких огромных очередях не стоять. А, мне кажется, я уже жалею, что я не пошла и не стояла там ту очередь. Это интересно, конечно. Да, играет у нас сегодня Ростов и Оренбург. Вот. 13 июля начался матч в 9:30. Я когда днем была здесь, я даже не думала, что стадион будет так подсвечиваться красиво.